и господа, сегодня я на Роза Хутор. Ни хера не видно, но блин, народа не очень много, это южный склон. Шутка такая, кто родился в жопе негра, отзовись. Я, походу, дело родился немножко в другом месте. Вот, неужели я не видел, увидел чувака там где-то. Вот скажите, где снег, а где небо? Определите. Я лично ничего не вижу. Еду на ощупь. Выброс. Таких слов снимать сложно, поэтому ехать. Без камеры я буду ехать. Иначе я боюсь, что я поломаюсь. Ученый совет. Никогда не езжайте там, где вы не знаете дорогу. Тем более, если ни хера не видно, если не можете определить, где небо, где земля. Благо, вот реально был мягкий снег. Я только что упал с высоты 3 или 4 метра. Ну просто оп! И провалился. Вот, хорошо, ровненько было. Ну, вот. Ну а теперь вот я на дорожку, сейчас тут по ней поеду. Вот. Лайки, подписывайтесь на мой канал, типа там все ништяк. Жалко, в Москве гор нет. На, значит, смотрите. Я съехал с этого. Я съехал в гостинице, там же возле ресепшена был бесплатный прокат, ячейка, камера хранения. Я скинул там вещи, переоделся и поехал на Роза Хутор. Ячейка работает до 6 вечера, вот, у меня 5 трансфер, так что я, наверное, где-то часть до 3 здесь покатаюсь и потом тигель-тигель. Светлело. Чай от Максимки всегда. И главное под жопу постелить что-нибудь, чтобы на холод. Ну, ребят, поехали. Очки на время пришлось снять, потому что я здесь не вижу ни хера. Ну, собственно, это вот так и происходит. Можно я покажу?
выезд.